Всем привет! 3 июля, и мы в Майкопе. Решили прокатиться в Майкоп. Наконец-то открылся спортмастер. Вот мы хотим попасть в спортмастер, купить мужикам, так сказать, шорты, одежду посмотреть. На улице 31 градус. Ехали спокойно, никаких постов не было. Говорили, что Адыгея закрыта, наверное, неделю назад. Но мы проехали спокойно, никаких постов не было. Так что вот, пошли гулять. Мы обычно по Майкопу на машине не передвигаемся. Машину оставляем около больницы. И спокойно Сеньки сегодня взяли коляску, потому что жарко, чтобы его не напрягать. И спокойно ходим, гуляем, куда нам надо. Куда у нас рынок. Ходим на рынок. Если... Ну, сегодня мы на рынок не пойдем. Сегодня у нас чисто такая запланированная поездка. Сегодня у нас пятница. Город очень-очень оживлен. Много-много машин. Потому что пятница. Время сейчас 11 утра. Что-то все тут пилят. Делают что-то. Стоки ставят. А, стоки ставят. Это липа же тоже, да? Да. Вот липа. Где? Вот липа. Вот это вот дерево, видишь? Ну вот они сыпятся, смотри. А, ну да. А. Липа. Вон липа, кругом липа. Вот очень многие у нас ездят учатся в этот университет. Адыгейский государственный университет. А вот это что такое красивое забыла? Я не помню. Это тоже к нему относится? А, это все его корпуса, да? Вышли на площадь, стоит дедушка Ленин. Все равно приятно, что он стоит, да? Макдональдс работает, KFC тоже работает. Какие вон у них там красивые, смотри, клумбы. И новые появились, смотри, эти лошади, лошади. Смотри, какие у них новые лошади. Вон медведи. А, там медведи, смотри, какие красивые. Леша, посмотри. Да, да. Ох, как же они в такую жару петунию поливают, да? Это ж надо ж столько, да? Петунии насадить. А влажно-влажно там, может, капельный полив какой-то стоит, или эти распрыскиватели, да? Понятно. В такую жару, да, петуния, да? Какие красивые эти, да? Да, они, конечно, не из травы, но просто что все равно красиво из этого копчика. Давай, Леша, сейчас пойдем через дорогу. Каштан, каштан. Ой, посмотри, сколько много ветки висят. Вон там. Видишь? Выше. Целыми гроздями. Спортмастер, мы дошли до него. Что-то там висит. Сейчас, наверное, скажут. Ход в масках и в перчатках, да? У меня есть маски две. Да, две. Нет, здесь написано, входа нет. Значит, он там. Ну что, по маске ничего не написано? Нет. Нет?
социальную дистанцию. Масок и перчаток обязательно. Ну, у нас тоже на каждом магазине написано масок и перчаток. Они туда не ходят. Сейчас посмотрим. Нет, там масок. Короче, классный магазин, а самое главное, не жарко, да? Да. Все ходим уже тут целый час. Андрей уже с ног до головы одели, даже дедушку уже одели. Теперь вот пошли в женское. А еще у нас впереди детское. Я так хотела с кактусиками, а мама взяла себе тоже с кактусиками. Да, я вот такую сейчас посмотрю. Так, это... Ты, мам, себе какой размер выбрал? А, мне-то надо маленькую. Видишь, они все, наверное, большие, да? Надо посмотреть. Сейчас, подожди, 46-й, конечно, не на 42-44. Так нравится кактусики, сейчас посмотрим. Столько всего, вообще замечательно, да? 480. 46-й. 446-й. Так ты что, куда же? Я же смотрела 46-й. Мне или 42, или 44 надо. Тут все, видать, 46. Блин, все 40. А, нет, тут разные размеры, 48. Сейчас пойдем вниз. Синичку. 46. Нету моего размера, хочу с кактусом. О, 44. А, нижняя, наверное, 40. Может быть, нижняя будет 42. 50. О, 50. Так 44 посмотрим. Сейчас 44 посмотрим. Может, зелененькая посмотрим. Мама взяла себе зелененькую. Я и хотела. Что-то большая, да? Ну ты поменьше. А, ты поменьше. Мне кажется, большая 44. Я хочу, что это джинсы, а не шорты, чтобы свободно. Вот, смотри, вот у меня лампа все. Хочу кактусики. Возьму себе кактусики. Мама, а вот тебе вот такой вот не подойдет? А что там еще? Иди посмотри. Все, на синюю коляску. Другое. А это что такое? А что мне нравятся такие? Так это с рукавами, никуда. Да, это Катя. Это Катьки наши. Это Катя у нас любит такое. Тогда мы Катя. А Катя? Какие тут у них еще-то футболочки есть? А мне-то, в принципе, одной футболочки и хватит. Вон филами. Будем с филами ходить. С филами будем все ходить, да? 44 как раз. Такая, ничего. Только выгорит, наверное. Нет, надо белый. А? Белый, может, надо. Не хочу белую, у меня есть белые футболки. Вот наоборот, у меня нет никаких таких цветов. 44. Где? Короткая, да? Да так надо. Почему короткая? Ничего не короткая. 44. Убежали мы, короче, из женского. У меня и так всего полно. Как бы ничего особо не надо. Две футболочки для разнообразия взяла. Все, мы пошли в детство. Вот, Лёше нам нужны шорты. Шорты нам нужны. Тут что-то какие-то смешные. Сеня, ты спрятался? Сеня, ты спрятался? Где Сеня спрятался? Я Сеню потеряла. А что они во всем намазали? Все в филе, все в филе. Даже Лёше нашли филе. Вот, красиво. Ну-ка, а это, видишь, больше. Это побольше, да. Ну и хорошо тоже. Да нет, уже нормально, да? Да. Тебе надо пуму? Давай. Пума нужна? Да? Ну давай возьмем еще пуму. Бабушка в спортивном магазине увидела домино. Да, все хочу купить. 350 рублей. Ну и ладно, купим. Пусть будет. Надо Сенечке найти футболочку. Да. А вот детского, кстати, выбор небольшой. Да прям, не надо. Вы как у мамы смотрите? Здорово! Как классно! Ай. А где мы будем? Подожди. У нас уже белые дорожки. Так здорово вообще. Я попасть хочу. Вообще здорово. Просто обувь. Обувь, конечно, дорогая. Обувь вся по 3000. Дорого. Ну, нам обувь и не нужна. В общем, накупили мы футболочек, шортиков мужикам.
Даже деду купили. И что мы еще? Сенечке купили всего лишь одну футболочку. Лёше купили шорты. Тоже футболок. Футболок две, наверное, да? Хотели очень купить, вот говорю, куртку. Но либо нет размера, либо не понравилось. В общем, мы думали, что сейчас будет выставляться там зимний товар. Но что-то такого нету, и скидок ни на что это нет. В общем, мы все равно за время карантина оторвались, да? Сейчас на кассе посчитаем. Так что вот, прогулялись, дети уже все рвутся, все хотят Макдональдс, Макдональдс. Так что все, идем на кассу. Идем на кассу, ищем маму и идем на кассу. Мы пробыли в магазине 2 часа. Какая жарища вообще, да? А в магазине так хорошо. Короче, сейчас час дня. Теперь у них, кстати, вот, да, посмотрите. Теперь у них такая фишка, да? Такие нам дали пакеты. Бумажные. Мама, покажи. Не дали, да? А купили. Ну да, не дали, а купили. Раньше спортмастер. Да, 12 рублей. Раньше давали свои эти фирменные пакетики спортмастера. А теперь, смотрите, бумажные еще и заставляют покупать. 12 рублей. Ну вот, прошли мы снова через площадь, сфотографировались с теми красивыми медведями для интереса. Вот сейчас пойдем мимо лошадей. Видите, по разные стороны площади разные скульптуры. Там даже такая красивая табличка, кто это сделал, стоит. Ну, жарище, на улице жарко. Ну так, ничего, нормально, но печет. Не так, чтобы прям совсем смертельно. Ну, народ в парке сидит. Спортмастер тоже сейчас уже так много, достаточно народу пришло. То есть как бы поначалу мы были практически одни, а сейчас уже народ. Вот, посмотрите, какая красота. Да? Лошади, какие красивые. Смотрите, как красиво, да? И, конечно, мы понимаем, что это сделано из простого этого коврика, но ведь все равно же очень красиво, да, мам? Да. И клумба такая, да, тоже прям вообще столько петуний. Это ж надо поливать-поливать, земля влажненькая. Смотри, как красиво, все полностью, мышцы лошади, все-все, да? Очень красиво. Ну все, мы идем в Макдональдс. Леша, можно сказать, ради этого только и ехал. Его даже не интересовали его покупки. Он устал мерить, на куртках просто психанул уже. Хочет очень Макдональдс. Макдональдс здесь тоже рядышком. Ну, Макдональдс здесь тоже рядышком. Так что вот, пойдем посмотрим, что там. Да. Ну вот, зашли мы в Макдональдс. Макдональдс, короче, закрытый. Просто около двери стоит тетенька с прилавком и, значит, вот так вот собирает заказы. То есть электронно заказ там не сделать. Нам не понравилось на таком санцепёке вот этот их вход. И мы, короче, пошли дальше в KFC. В KFC зайти можно, можно заказать все электронно без проблем, можно заказать через кассу и все, и спокойно на вывоз, на вынос. Тебе все в пакетики положили, все мы взяли. Практически же еда же та же самая, что KFC, что в Макдональдс. И вот дошли мы до самой нашей машины, и здесь на скамеечке, в тенечке, покушали, перекусили, и все, едем домой. Так что вот, план мы свой выполнили, что хотели, сделали. На улице, конечно, тепло, жарко, но нормально, не течешь. Так что вот, жара переносится нормально, ветерок такой южный. Ну все, всем тепла, всем здоровья.